Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Собака. И вновь собака. Прикиньте. Вернулись мы к собаке. Вот и я все еще здесь. Все на том же диване. Это 10-й выпуск. 10-й юбилейный выпуск. Я знаю, что говорил, что он будет выпуск приветов. Но не будет выпуска приветов, нет. Я обещал одному человечку, что 10-й выпуск – это ее выпуск, и это ее выпуск. Это выпуск, посвященный девушке с ником Пил-Пил-Бум. Да, очень интеллектуальный ник. Мне нравится. Пил-Пил-Бум. Но она хорошая. Так, она друг, понимаете? Друг. Друг – это редкость. Друг. Я тут… Что я тут? Я тут ничего. Не скажу, что я тут. Вот, скажу, я в клуб собираюсь пойти, вот видите, я даже переодеваюсь тут много раз, но это не суть сейчас, сейчас special for пил-пил-бум. Девушку зовут Алена, повсюду сплошные Алены нынче почему-то, не знаю, так выходит, видимо. Вот, я могу еще, специально для нее, ей понравились цветочки, я специально для нее цветочек еще раз покажу, вот. Цветочек. Я сейчас попробую улучшить картинку. А нет, нельзя улучшать картинку с этой камеры. Ну, цветочки специально для тебя, друг. Да, я зову ее друг, она зовет меня друг. Мы друзья. Друг. Друг. Я не знаю, честно говоря. Привет тебе, друг. Выпуск для тебя. Крепись, друг. Не скучай в Бельгии. И где-то там. Где-то там примерно. Я все еще настаиваю, чтобы ты с курицей сходила на перекресток и попробовала продать душу. Ну, ради эксперимента, естественно. Вот. Что еще там? Я не знаю. Могу рассказать о замечательном знакомстве с этим другом. Друг. Познакомились мы в виртуальном мире одном. Second Life называется. Мало ли кто знает, не знаю. У меня, кстати, 10 фанатов. Я немного отошел от темы, но у меня 10 фанатов. 10, понимаете? Я все еще вообще негодую прямо. Откуда они взялись вообще, эти фанаты? Это забавно. Я так могу и до 1000 дойти к Новому году ведь. Уже 10, понимаете? А прошло-то всего 3 дня. Вернее, много, сколько там, 10-10 выпуск, 10 дней прошло, ну, вот. А, знакомство, да, что-то я задумался. Виртуальная Мия, да, она не верила, что я милашка. Я менял аватарки там, женские, мужские, разные, все няшки, милашки были. Всякие волки, человечки, существа, животные, и не верила, что я няшка. Милашка, вернее. Единственная, кто не верил, все знали, а вот она нет, прикиньте. Ни в какую вообще, не убедительно. Вот. Ну так и познакомились. Да. Я настаивал на своем, она настаивала на своем, я настаивал на своем, она настаивала на своем, и я милашка. В Second Life, я имею в виду. Ну, ничего такого. В Second Life я вообще, вообще просто... Не падало нифига. Вот. А тут немножко бывает. Ну, не знаю, вот я смог растянуть свой монолог на 4 минуты чуши. Вот. Этот выпуск чисто для пил-пил-бум. Не знаю, сколько раз надо упомянуть ее имя, чтобы это был чисто ее выпуск. Пил-пил-бум. Это для тебя. Для тебя, друг. Только для тебя, йоу-йоу, для тебя. Вот. Как-то так. Не знаю, мне нечего показать другу, честно говоря. И не знаю, что ей может быть интересно. Я сейчас осматриваю лихорадочно всю комнату, потому что я так и не нашел паузу. И ничего нету. Фрося, я передаю тебе тоже привет, друг. Раз уж она здесь, я встану специально, чтобы показать Фросю и ее привет. Смотри. Сейчас я не вижу, видит ли она. Алло, Фрося, ну-ка посмотри, Фроська. Вон, видишь, она чувствует прямо друга. Передает тебе друг привет. Ты же у нас тоже почти нека. Это, кстати, большое преимущество друга. Она иногда бывает некой. Неки это очень здорово. Вообще ушки, хвостики. Это.
И все, 5 минут. Все, все, спешл закончился. Ну, а чего это? Не будем жалеть уж слишком, а? А то размечтаюсь уже о 10-минутных спешлах. Нет, такого не будет. Следующий выпуск приветов. Стопудово. А потом я еще кое-что обещал кое-кому. Кстати, надо подумать об этом. Ну, я подумаю, ладно. Успехов тебе, друг. Счастья, удачи, благосостояния, жениха, денег побольше. Домой вернуться. Что там? О, мне звонят. Ладно, я ушел. Вот.